Всем привет, друзья! Вы на канале Братья по играм. И сегодня я хочу вам рассказать о такой замечательной игре, как Arma 3. Игра позиционируется как тактический шутер. Кто-то может сказать, что похоже на Battlefield, но это только отдаленно похоже. Да, то есть шутер тоже стреляем, вроде как бы кажется, да? На самом деле нет, не так. Здесь игра больше рассчитана на командную игру. На командную игру огромное количество вооружения, техники, костюмы различные гаджеты дополнительные, включая такие как небольшие беспилотники, дроны. То есть много чего реализовано, но игра по сути себе сама является, как можно сказать, отнести ее к хардкорной. Но я все-таки вам бы порекомендовал, друзья, после того, как вы немного освоитесь в игре, попробуйте, если вам этот жанр вообще понравится, я бы вам порекомендовал как можно скорее вступить в какое-то сообщество, в отряд. Такие, как, например, на русскоязычных полях интернета есть у нас, это ВОК и Тушина. Два таких больших проекта. Они используют в игре дополнительные моды. Но от этих модов игра становится только еще более интересной. Интересной в плане того, что реализовано намного серьезнее, начиная от таких мелочей, казалось бы, мелочей, как сила ветра, направление ветра. То есть учитывается баллистика, ваша и будет зависеть от ветра. Медицина, система лечения. Здесь, если вас ранили, просто нажимаете себя лечить, и вы лечитесь. Там нет. Там уже, если ранение в руку, это в руку, в ногу, то в ногу. Вы не сможете, возможно, даже ходить, если медик не вмешается в ваше лечение. То есть много чего. Моды меняют в игре, делают ее еще более сложной, тем самым более интересной. Поэтому как можно быстрее, друзья, если вам данный жанр нравится, сразу же не ждите, а вступайте в сообщество. Сообщество ВОК или Тушина. Секундочку, сейчас я вернется и выключу звук. Я пока эффект приглушу, чтобы вы могли меня слышать. Кстати, игра на таких серьезных проектах обычно использует только вид от первого лица, чтобы игру сделать еще более атмосферной, более интересной, более сложной, еще больше погрузить ее в сложность. Сейчас я играю на карте, которая называется кооперативная, то есть враг держит определенные точки. Враг — это, естественно, искусственный интеллект в данной ситуации. И мы, люди, пытаемся захватить. Но этот сервер не требует ни пароля, никаких модов. То есть это чисто вот такая вот версия от разработчиков. Хотя даже она будет, после того, кто играл в тот же самый Battlefield, будет казаться сложной. Потому что здесь достаточно иногда одного попадания, если в торс куда-то, либо в область головы, естественно. То есть с первого раза вы погибаете. И не как в Battlefield, что нужно с пулемета 3-4 раза попасть в него, чтобы свалить. Тут вас могут свалить с одной пули, так же как и с гранатой. Но в технике, опять же, техника реализована достаточно серьезно. Если вы помните, кто еще либо помнит, либо знает, что в Battlefield там башня у танка крутится, я не знаю, как вы мышка крутить, так у него и башня крутит. Так тут же нет, тут будет использоваться именно динамика и скорость танка такая, как она в реальности. В общем, интересная игра, рекомендую, особенно это понравится вот даже людям, которые играют в Battlefield, но им не хватает, наверное, больше какого-то реализма, не хватает больше командной игры. Тогда именно в этой игре, и именно когда вы начнете играть, принимать участие в сообществе, такие как ВОК, либо Тушина, вы действительно получите то, чего вам не хватало в подобных играх. Кстати, скажу вам, здесь, конечно, есть респаун, то есть в случае гибели мы там быстренько стартанем по-новому и все. А в серьезных играх, которые уже используют моды, там на игру дается одна жизнь. То есть там вы научитесь ценить жизнь в игре. Да. Вы подумали, ничего себе, так убили все. Да, убили все, друзья, но в этом и заключается интерес. Вы будете ценить жизнь, будете
более серьезно относиться к данной игре. Так, ну сейчас давайте мы включим. Вот, уже ребята побежали на захват. На захват вражеской точки. Кто-то для атмосферности трусы натянул. Так, что оно? Настроечки нужно будет поменять немного потом. Высадили нас за километр. Придется бежать долго, друзья. Давайте эффектов добавим. Добавим эффектов. Красивые, красивые карты, красиво, прекрасно проработанные модели, модели людей, модели техники. Ой, что же, лежат. Разбились они, наверное, да? Сейчас давайте поможем, наверное. В принципе, они пришли. Я уже не буду перезаписывать видео, друзья. Извините, если видео получилось несколько длинное, потому что уже действительно уже третий раз пытаюсь как-то начать вам рассказывать до боевых действий. В итоге, пока прилетаю, либо точка захвачена, либо игра закончилась или на миссии, то есть это отводится. На некоторых я пытался вам запустить еще на другой миссии, там не кооперативная, а PvP. Там миссии заканчивались постоянно, то я даже не успевал вам стрелять. Здесь же все-таки уже давайте немного посмотрим. Посмотрим на окружающую среду. Дойдем до вражеской зоны. Попробуем отстрелять. Странно, почему-то у меня. Это либо пинг. Нет. Пресс хороший. Ну, сервак, опять же, видите, зависит уже от серверов много. Давайте будем, наверное, пока вам сделаем это третьего лица, чтобы было более ярко, более красочно смотрелась картинка. Так. Где мы тут? Так, ратник мирно разместился. Давайте к ребятам сместимся. Так. По компасу. Нужно быть очень-очень осторожным, потому что здесь... Даже компьютер, у компьютера искусственный интеллект, если выставили на сервере изначально высокий, то с первого попадания мы можем погибнуть. Да-да-да, друзья. Ну, здесь, конечно, видите, никто особо не дорожит жизнью, потому что не проблема по-новому рестарт сделать игры и начинаем дальше воевать. А на серьезных проектах у вас такой возможности не будет. Там будет нужно, придется, точнее, подчиняться приказам командира, не обсуждать действия. У вас будет одна жизнь. И... Так, танк. Я скажу вам больше, друзья. Это вражеский танк. Давайте ляжем. Если честно. Азимут 140 танк. Повторяю, Азимут 140 ориентировочный танк. Давайте сделаем звук, чтобы немного можно было слышно, наверное, наших товарищей по оружию. Так, танк. Так, встанем. Ратник, у тебя микрофон далеко. Выключи микрофон, пожалуйста. Я не спасибо. Что? Я не тебе. А эвакуируется на другую позицию не хочет никто. Так, ну, видите, ну, вот. То есть даже здесь на примитивном уровне, как бы, внутриигровом. Внутриигровой вообще не присутствует. Но оно не учитывает ни расстояние, ничего. То есть вы включили канал и разговариваете. Опять же, на серьезных проектах у вас будет рация, то есть вы можете говорить по голосам через рацию. В рации ограниченная дальность действия. То есть есть рации короткого. Короткая волна и длинная волна. То есть рация, которая для общения между отрядом на дистанцию там до километра, ну, так, образно говоря. И есть рация дальнего действия, она там уже, ну, на несколько километров, 3-4 километра будет смело ловить. То есть для общения между командирами отряда. Вот. Чего здесь, конечно же,
друзья нету. Здесь вопрос. Ребят, вопрос. Если идете прямо на выход, с левой стороны оврага большого. Все, Арм, я выехал. Все нормально. Понял, понял. Так, смотрим, а где танк, кстати? О, вот уже контакт, уже контакты. О-о-о-о-о. Так, у нас уже потери. У нас уже потери. Так. Так, так, так. Ну что? Ну что, друзья, где мы? Так, мы здесь. Угу. Ну вот, начинаем продвигаться к точке захвата. Давайте попробуем. Так, тихо. Взорвали, ребята. Что здесь видите, конечно, на данном кто-то выстрелили, тут, наверное, уровень сложности новичок, потому что помечены даже наши союзники помечены. Опять же, повторюсь, на серьезных проектах этого не будет. Вам придется отличать людей, врага между собой, враг или свой, исключительно по форме. Исключительно по форме придется вам отличать людей. Здесь, конечно, все намного упрощено, но это здесь сюда заходят ребята, которые либо не знают о подобных проектах, либо просто не хотят напрягаться. Со временем, конечно, приходит желание поиграть во что-то более серьезное. Так, ну ладно, пока, давайте. Может быть, дойдешь до меня, потом дойдем до 176. Ну, по мне стреляют уже. Пока чисто. Вражеская база. Стороны наших две техники. Танки, по-моему. Извините, друзья. Мы сейчас просто беглым огнем немного подавили базу. Вот так, 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 так. Тут, скорее всего, какие-то есть эти. Так, ну что, идем, движемся вперед. Я ранен. Хорошо. Ничего себе. Друзья, ну у меня, скажу вам, нету. Нет медицины. Даже здесь реализовано хоть немного, но. Теперь надежда на то, что мы что-нибудь сможем поднять. С врага, возможно, будет у него. Да, ребят, я не могу чисто вообще ничего взять. Ни оружие взять, ни носочки поставить вообще. А как носочки ставить? Такой блин, вопрос. Нет текстуры. Какой вопрос? Ну, бас, а, нажми Б, английская. Ладно, это вообще-то перешагнуть. Так, ну что, мы сейчас бежим, конечно, как делать нельзя. Убить и вернуть? Ни в коем случае. Это уж очень. Сервер подлагивает. Так, сейчас, да, я бегу, да. Видите? Да, кстати, он мутнеет в глазах, это вот одно из функций того, что когда боец либо устал, долго бежит, либо когда он ранен,
появляется такое ощущение от размытости экрана. Так, снаряжение. Давайте посмотрим, что есть. Что, ничего нету. Так, так, снаряжение. Вот, есть, есть. Ага. Смотрим. О, так, есть, 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 есть. Отлично. Так, так. Есть граната. Не помещается просто. Блин, ладно, меня. Давайте так попробуем. Так, что мы еще можем здесь взять? Ну, в принципе, нам ничего больше надо. Теперь будем лечиться, пробовать лечить себе. Там, опять же, видите, как я говорил, уже простейшее лечение. Еще один. Тут ничего здесь сложного нету. Вот и все. Буквально 3 секунды и мы выздоровели. Ну, как я говорил, это облегченная версия игры. Для тех, кто либо не хочет напрягаться. Так, пойдемте проверим, кого мы там еще завалили. А, это товарищ наш. Вот. Ну, в общем, друзья, смотрите, смотрите эту замечательную игру. Пробуйте, пробуйте. Звук залагал в игре. Пробуйте, друзья, пробуйте. Играть. Вступайте в сообщества игровые. Я буду периодически уже после этого ролика выставлять уже более серьезные игры, участвовать в каких-то серьезных играх. С модами, с дополнением буду вам делать обзорчики, что там, плюсы, какие минусы. Это был такой первый ролик на Арму 3. Наверное, перезайти надо. Чтобы вы просто знали, как это и что происходит. Бои, давайте, давайте еще проведем бои с вами. Чтобы просто вы знали, как это все происходит, как она выглядит, с чем его едят. Так, это наш. О, по мне стреляют. Я был убит. Дальше здесь, в принципе, особо не смысла продолжать. То есть, там нового такого ничего не увидите. Вы были на канале «Братья по играм». Подписывайтесь на канал, смотрите наше видео. Всего хорошего, друзья. До новых встреч. Всем пока.